Говоря о Риме, многие сразу представляют Колизей, Ватикан, замок Святого Ангела, фонтан Треви. Но Рим не только архитектурные памятники и шедевры Возрождения и барокко. Рим – это в первую очередь жилой город с множеством кварталов. Прогуливаясь от Колизея по улице Императорских форумов, справа и слева вы видели остатки от римских форумов, которые дошли до нас с античных времен. Потом мы сразу попадаем на площадь Венеция, которая была создана позже, а для строительства Белоснежного алтаря Отечества пришлось 3 года очищать площадь от средневековых построек. Но мало кто из туристов знает, что свернув первую улочку, которая отходит от площади, вы попадете в средневековый Рим. Такой пленительный, магический и романтический сейчас. Здесь можно сделать просто потрясающие снимки. Улица Моргана приведет вас на зажатую между улиц площадь Моргана. Она получила свое название от древней семьи Моргана, которая с XIV века имела здесь дом с башней. При входе на эту площадь создается впечатление, что мы находимся за городом, далеко-далеко от шумного города. А мы, если вы еще не забыли, находимся в 2 минутах ходьбы от площади Венеция и шумных дорог, которые отходят от нее. Между входной дверью и окном первого этажа в стену встроены 2 римских фрагмента, один из которых изображает орла, а другой – цветочный мотив. Архитектурный стиль зданий и площадь передает атмосферу Средневековья, которая осталась неизменной на протяжении веков. Вот так за какие-то 2 минуты ходьбы от площади Венеция мы переместились в совершенно другое измерение. Сейчас на этой площади могут уединяться влюбленные и те, кто устал от шумного города. А вот так площадь Моргана выглядела в 1350 году. Сначала был за спиной, а сейчас я повернулась, и передо мной находится монастырь. А дальше мы идем вон по той дорожке. Пройдя немного вперед, я вышла на Виа делла Трибуна ди Кампанелли. Несмотря на свои небольшие размеры, на улице сохранились средневековые здания с 9 древними колоннами, принадлежащие древнему храму, который был построен в 179 году до нашей эры. И колонны в этом здании используются уже повторно, а раньше они украшали храм. С Виа делла Трибуна ди Кампанелли я сейчас сверну налево, чтобы показать вам вид на театр Марцелла. Это еще одна атмосферная средневековая улочка. В Риме было много императоров, но постройки только некоторых императоров дошли до наших дней. Император Август – это не имя, а титул. Он был наследником Цезаря, и за свое правление он был объявлен владыкой мира. Он правил мудро и успешно, подарил людям покой после войн. Развивалась торговля, и город начал преображаться. Театр Марцелла, который так похож на Колизей, был построен Августом почти на 100 лет раньше, чем амфитеатр Флавиев. Можно сказать, что театр является старшим братом Колизея. Август построил театр в честь племянника Марцелла, который умер молодым. Август распорядился, чтобы внутреннее оформление театра поражало своей пышностью предыдущие постройки. Театр был украшен статуями из мрамора и большими вазами из бронзы, масками героев комедий и трагедий, которые сейчас украшают один из двориков музеев Ватикана. С левой стороны, где сейчас мы проходим, находится церковь, которая в средние века обслуживала общину рыбаков, а рядом с ней находился раньше рыбный рынок. Рядом с церковью сохранились остатки от огромного сооружения.
которая состояла из 30 таких колонн. Сейчас это известно как портик Октавии. А раньше внутри находились два храма, библиотека, сад с фонтанами и разнообразные статуи героев. Портик носит имя сестры Августа – портик Октавии. Театр Марцелла и портик Октавии. На одноименной улице Виа дель Портико д'Оттавия сейчас находятся еврейские ресторанчики, в которых можно попробовать простые и очень вкусные блюда. Мы сейчас находимся с вами в районе еврейского гетто. Рядом находится синагога, которая видна с многих смотровых площадок Рима. Сначала еврейская община селилась в районе Трастевери, потом переезжала с места на место, пока в XVI веке не было подписано распоряжение по ограничению зоны проживания евреев, и это место было огорожено. Покидать римское гетто его обитателям разрешалось только в дневное время, по ночам двери закрывали. Стены еврейского гетто в Риме разрушили только во время революции в 1848 году. Прогуливаясь по узким улочкам этого района, можно вспомнить, как Гоголь писал в своих заметках. Мало-помалу из тесных переулков начинает выдвигаться Древний Рим. Где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным в стену, где порфировой, потемневшей колонной. Гоголь писал как раз именно про это место. И обязательно стоит обратить внимание на дом Лоренцо Маниллио. Стены этого дома, построенного в 15 веке, дополнены материалом античных построек. Надпись на Палаццо Маниллио гласит, что во время, когда город Рим возрождался в своей первоначальной форме, Лоренцо Маниллио пожелал возвести этот дом для себя и своих потомков. Написано, что дом был возведен в 2221 году от основания Рима. Недалеко отсюда находится Палаццо Ченчи, которая прославилась благодаря жуткой истории. В XVI веке юная Беатриче Ченчи с помощью братьев и мачехи убили своего отца за регулярное издевательство и надругательство. За отца-убийство закон карал очень строго, так вот их казнили на мосту Святого Ангела. Оправивший в то время папа воспользовался удобным случаем и решил пополнить казну за счет имущества Ченчи. На улице уже темнеет, и в магазинчиках начинает включать свет. Давайте прогуляемся по знакомым уже вам улочкам и порассматриваем, как украшают город к Рождеству. Официально закончат украшать город 7 декабря, и с 8 декабря Рим будет полностью готов к праздникам. И итальянские семьи тоже должны украсить свои дома и поставить елку к 8 декабря. Как же мне нравятся магазинчики с такими игрушками. Никогда не прохожу мимо, обязательно захожу. Итальянские веспы. А это сахарница, посмотрите, какая симпатичная. По Виа делла Ротонда мы подходим к Пантеону. И если вы уже к этому времени проголодались, обязательно загляните в магазин мясных деликатесов, где у вас будет возможность не только купить что-нибудь перекусить, но и просто бесплатно попробовать что-нибудь вкусненькое. Вот сегодня предлагают попробовать вкуснейшую поркетту. Это итальянский рулет из свиной грудинки с разными специями,
запеченный в печи. Пойдемте дальше. А сейчас я покажу вам, как украшены улицы, отходящие от пантеона. Очень люблю, когда у ресторанчиков выставляют продукты – лимоны, каштаны, грибы. Сразу как-то так уютно, по-домашнему. Летом в таких ресторанчиках работают вентиляторы, а зимой – обогреватели. Так что не переживайте, не замерзнете, если решите перекусить на улице. В одном из ресторанчиков у окна сеньора готовила равиоли. Начинка – рикотта и шпинат. Кажется, такая узенькая улочка только для пешеходов, но здесь и пешеходы, и машины. А сейчас от пантеона я иду в сторону площади Навона, ведь и там должны украшать к Рождеству и поставить рождественский рынок. Не забудьте бросить монетку. Обратите внимание, какая погода в декабре. Кто-то еще в шортах, а кто-то уже в шапках. К сожалению, рождественский рынок на площади Навона еще не готов, и не все палатки открыты. Но это нисколько не портит вид прекрасной барочной площади, которая построена на месте стадиона Домициана.
А это одна из улочек, отходящих от площади Навона. Давайте прогуляемся по ней. Посмотрите, как мило украшена улочка. Инжирное дерево. А у этой церкви всегда к праздникам ставят елку и украшают входную дверь. И еще одна улочка с средневековыми домами. Посмотрите, как они плотненько прижаты друг к другу. Чем темнее становится на улице, тем ярче сверкают гирлянды. Прекрасный вид на замок Святого Ангела. И здесь улочка вся в гирляндах. Я обязательно постараюсь еще снять видео с рождественского Рима и обязательно покажу вам елки, которые поставили в Ватикане и на площади Венеции. Вот такой рождественский вертеп установили в торговом центре Порта ди Рома. Тут каждую фигурку хочется рассмотреть. А это я поднялась на второй этаж, и так выглядит вертеп сверху. Очень красиво украсили торговый центр. Я и про покупки забыла совсем.
А я на этом буду прощаться с вами. Спасибо, что досмотрели видео до конца, что пишете мне письма и дарите неожиданные и очень приятные подарки. Спасибо всем, кто планирует погулять со мной по Риму. Теперь я говорю не только до новых видео, но и до новых встреч, друзья мои.